Что это? Стреляйте! Стреляйте в крылатого демона! Это было? Не беспокойтесь. Наверное, дети балуются хлопушками. Ну, ваш ход. Стойте! Сеньор, не пейте! Ты опоздал. Дож мертв. Что? Карло? Простите, сеньор. Вам стоило придавать больше значения моим словам. Ты проиграл, ассасин. Простите меня, сеньор. Я хотел... Зачем? К чему все это? Ассасин! Ассасин! Он убил Дожа! Дож убит! Похоже, ассасина может убить лишь другой ассасин. Мы убиваем, полагая, что так будет лучше для нас. Верно, мистер Эцио? Я делаю это не ради себя. Я приношу эту жертву во имя всеобщего блага. Покойся с миром. Ты убил меня! Ты убил меня! Activated. 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 Эцио, Дио мио, ты жив? Говорят, ты убил Дожа?
Это правда? Я пытался спасти его, Леонардо. Но истина ничего не значит. Я проиграл. И сейчас я самый опасный преступник во всей Венеции. Хоть тут тебе повезло. В Венеции сейчас время карнавала. Куда ни глянь, везде не лица, а маски. Именно поэтому я здесь. У тебя не найдется для меня маски. Конечно, конечно. Где ты здесь была? Спасибо, друг. У меня тоже есть кое-что для тебя. Оу, еще страница кодекса. Ага. Непростая штука. Тут чертеж нового устройства, друг мой. Оно крепится на запястье, но это не клинок, скорее армадафоко. Но маленькое, словно воробушек. А это возможно? Понятия не имею. Вот сделаем, тогда и узнаем.